Касательно реакции вот на это, украинская делегация сказала о том, что все, мы тогда выходим, спасая. А нужна ли такая острая реакция и что будет после этого? Ну, выйдете вы и чего ожидают? Давайте представим себе ситуацию. Значит, мы с вами партнеры. Меня обидели. Если не партнеры, даже а друзья, меня обидели. Если вы не только не осуждаете как-то моего обидчика, но и продолжаете с ним дружить и пытаетесь усидеть одной задницей на двух стульях, я с вами дружить перестану. Я с вами дружить не буду. Поэтому я считаю, что эта позиция правильная. И если нас обидели, мы не будем заседать в ПАСЕ, никаких проблем нет. А для дальнейших переговоров? Когда России там не будет, будут переговоры. А как без третьей страны? Как без России? А сейчас как? А сейчас как? А чем европейцы нам помогли? Они подписали договор вместе, кстати, с американцами, Будапештский меморандум, вместе с Великобританией, Францией. Ну, подписали же договор с Россией, Будапештский меморандум, где четко определено, что Украина отдает ядерное оружие в обмен на то, что страны-гаранты гарантируют неприкосновенность границ, территориальную целостность и суверенитет. Это на бумаге все осталось. Ну, нашу территориальную целостность испробовали на прочность, у нас забрали территорию. Где они, гаранты? Веры нет им. Ну вот касательно ПАСЕ, и мы развернемся, мы уходим. Что после этого? Не будет. Пусть целуются в засос с Россией, сидят с ней в одном здании. Я не считаю нужным. Я бы не сидел на месте Украины вместе с российской делегацией. Пусть они там на российские деньги кайфуют без нас.